Любить, надеяться и верить. Под таким названием прошел гала-концерт «Бенефис» легендарной певицы Биби Гуль Тулигеновой, посвященный 85-летию народной артистки СССР. А на сцене Астана-опера в этот вечер звучали арии из опер казахстанских и зарубежных композиторов, народные песни, романсы и инструментальные сочинения. Концерт открыла сама виновница торжества и исполнила свои лучшие произведения. Публика встретила любимицу бурными овациями и аплодировала стоя. Также со сцены поздравляли народную артистку СССР и ее ученики, выступающие по всему миру. Бенефис в очередной раз доказал, как предана Биби Гуль Тулигенова своему зрителю, и публика отвечает ей взаимностью. Стоит отметить, что в честь народной любимицы в холле Астана-опера организовали уникальную в своем роде выставку. Здесь собраны сценические и концертные костюмы казахского соловья, награды, личные вещи. Отдельное место отведено фотогалерее, посвященной жизни и творчеству певицы. Сегодня на выставке представлены около 300 ее фотографий на, значит, в фойе первого этажа, вот здесь на втором этаже ее фотографии. Это из личного ее архива Биби Гуль Тулигеновой, из центрального государственного архива, взятые из архива, значит, тех артистов, которые с ней работали. Для нас это высокая честь, и мы через этот бенефис хотим воздать должное человеку, который внес колоссальный вклад в развитие нашей музыкальной культуры, которая была любимицей миллионов людей, не только нашей страны, но и всего Советского Союза. И сегодня мы хотим преклониться перед ее талантом, перед ее колоссальным трудом, который она внесла, тем, что она пела и восхищала нас своим искусством.